Добрый день, приветствую вас на матче 19-го тура, париматч высшей лиги конференции Запад. Сегодня Уоркер, хотя мог тоже замахнуться на три мяча. А вот вам и неожиданный поворот. Ударатин, капитан команды, открывает счет в этой встрече. Новая генерация это прочувствовала, и болельщики других команд тоже. Шишов, 1-1, 18-я минута встречи. Сравнивать Саратов. Вот как-то просто у команд получается сегодня забивать. Желтую карточку саратовцы заработали, и две заработала новая генерация. Рахмана бить надо! Очень долго он решил, но поймал ошибки и закрыл 2-1. Можно было бы все оставить для партнеров по команде. И то, о чем я говорил, где-то самое. Соперник накрывает. Доратин проходит всех, что и забивает. Вау. Вот тут сам прошел, обыграл несколько соперников и уже падая вонзает мяч в сетку. Рахманов. Болотин еще гол! Это гол! А что это за празднование? Это в стиле Конора Макгрегора! Ульманов. И вот великолепный пас Джалилов. Обыгрывает вратаря. Удар. И 4-2. Волга вперед выходит. Великолепный пас был. Вот Маджанова не отправил мяч точно в сетку. Вновь Сулейманов с мячом. И ошибка от Мулина. И удар, и гол. Мало, друзья, сегодня это проворачивал. Так что для него было не впервой. 5-2. Но остается 2 минуты. Пожали команды. И на этом закончилась встреча. Со счетом 5-2 саратовская «Волга» побеждает в домашних стенах новую генерацию «Дубль».